Уже не коммунист, но еще жертва политических интриг. Именно так теперь называет себя Андрей Автанеев. Сейчас сотрудники Ленинского РОВД и Следственного комитета рассматривают дело о драке двух кандидатов в депутаты областной думы с агитаторами правящей партии с иной точки зрения. Напомним, за несколько дней до выборов Андрей Автанеев и Евгений Максимов подрались с молодыми людьми, вынимавшими, по словам коммунистов, из почтовых ящиков ивановцев пропагандистские листовки оппозиции. Пострадавшие сняли побои, и на Автанеева и Максимова было заведено уголовное дело по статье 116. Сейчас оно принимает другой оборот. По словам экс-кандидата, следствие рассматривает аргументы предвзято. В этом он видит происки политических недоброжелателей. Странным кажется Автанееву и факт, что простые агитаторы за партию власти наняли себе тех же адвокатов, что занимаются делом Мамо Фирояна. На контакт потерпевшие не идут. Ждут вот этой подложной медицинской экспертизы, чтобы разговаривать со стороны уже как бы и более силы. То есть они ее покажут нам, что вот у нас есть медицинская экспертиза, по которой нам переквалифицируют статью со 116 на 112 статью, более тяжкой, что предусматривает до 5 лет лишения свободы.